Серафима Чистякова занимается баскетболом уже 5 лет. Однако к профессиональным спортивным достижениям девочка не стремится. Мечтает о тренерской работе. Учить детей считает своим призванием. И этот мастер-класс она ждала с нетерпением. Сегодня у нас мастер-класс, которого мы очень долго ждали и очень долго к этому готовились. Поэтому все в таком небольшом волнительном предвкушении. И очень хочется уже поскорее начать, если честно. Потому что это все в новинку. Не ясно, что будет. И это так держит интригу, что прям вот хочется уже просто выйти на поле. Уникальный проект европейского ФИБА совместно с Российской Федерацией баскетбола «Ее мир, ее правила» состоялся в Ершовском спортивном комплексе. Этот международный проект направлен на поддержку и развитие баскетбола для девочек от 8 до 15 лет. Проходит в формате мастер-класса. В этот раз под руководством тренера по физической подготовке чемпионки Натальи Меркуловой. В качестве гостей на паркет приглашены президент Российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко и игроки сборной команды России по этому виду спорта. Юные спортсменки остались в полном восторге от встречи со звездами. Кириленко меня просто вдохновил. Я обожаю этого игрока и давно за ним слежу. Он действительно меня вдохновляет, и я очень рада тому, что сегодня увидела его вживую. Они все добрые, да, они все прикольные. Мне кажется, наедине, если с ними поболтать, вот на интервью, например, то очень открытые и добрые люди. В баскетбольной секции культурно-спортивного центра Ершовска занимаются 70 девочек от 6 до 15 лет. Тренируются по 2 часа почти ежедневно. Заявку на участие в программе «Ее мир и ее правила» тренер Альфия Назарова подала по совету мамы одной из учениц. Честно говоря, не очень рассчитывала, что наше село, такое маленькое, незначительное, может приехать президент Российской Федерации баскетбола. Это просто было фантастично. Но это случилось. В 2021 году Россия впервые приняла участие в этом международном проекте. Он был успешно реализован в 5 городах – Мытищах, Москве, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. А в 2022 году заявку на проведение мастер-класса могла подать любая спортивная организация. Мы поддерживаем уже второй или третий год подряд программу, которая называется «Ее мир, ее правила». Это большая очень инициатива Международной Федерации, которая связана как раз с поддержкой нашего женского баскетбола. У нас огромная история побед, славных побед, история игроков, тренеров. Несмотря на то, что мастер-класс проходил для девочек, юным баскетболистам из клуба «Альянс» также удалось перенять опыт у звездных спортсменов. Сегодня для нашей команды очень хорошее мероприятие. Ну, никогда на таких мероприятиях больших, крупных не были. Повторяю за всеми, к нам приехали звезды, баскетболисты. Мы очень рады этому. Полина Толмачева, Фарид Харидинов, телекомпания «Одинцова».